к полосе подошел, что не взлетает? Так, а где у нас истребители все? Блядь, лавочка такая. Так, я на светлом яром, высота 3. А еще? Я на яре появился, что-то взлетает. Давай. Мало 2. А еще кто есть? Кто-нибудь еще из истребителей? Танкист. Лавка, лавка. Да-да, я запускаюсь на яре. Лавка вроде взлетает. Дима. Дима. Да. Опять это где? Говно, блядь, лезет, блядь. Сережа, чего? Да за стрелка, блядь, ИСО, блядь. А чё ты не лочишь-то? Я не врубаюсь. Чё? Вот чё ты в чате, в смысле, в ТС-ке постоянно кричишь. Залочь и всё, и забудь про это. Залочь. О, Макс работает. Я буду отвлекать. Сейчас, быстро. Так, ну чё, всё? Макс, ты депорт крушишь, да? А сейчас переключусь на север. Я 4. Двигаемся. Релакокс истребитель, да? Да. Якокс истребитель. Мотор мой звенит. И так далее. И так далее. И далее по тексту. И по теме. Так, я 459, сектор 5. Это 400. Чё, Кирилл, с юга обойдём? Да не, пойдём по прямой. Без разницы. Ясно, как вас строй, да? Ну да. Танкисты горят. Гусар догоняет. Без микрофонов. Тебя как в анекдоте про нему. А на инверсии это кто-то? В караоке. Я. Пошли, говорит, домой, хватит. Может еще попоем? Да ну мне как пальцем ставим. Наила какой-то заход. Наила как. Заход наила. Ил, осрать. От себя ручку! От себя ручку, Ил, который пошел! Пиздец, ничего не слышал. Вон 4, 5, 8, 6, 7. Комиссар, наверное. Я за вами, Кирилл, да, я вижу. Выпрыгнул над облаками, этот, Егорик, а можешь... А кто это на Элета идет так красиво? Еще раз падает, Ил. Развернись, если ты на связи, Ил, падение на тебя. От себя ручку, от себя! Проскочил, опять выпрыгивает наверх, говорит, смотри. Ил, ты на связи? Чебуратор может быть на связи. Егорик, заходишь на него? Да, захожу, но у меня энергии чуть-чуть слишком неприятно, я помню. Он в левом стоит, в правом нет, стоит. В правом, да.
Так, я за тобой. Заход. Я сзади тебя. Работа. А, за ил. А кто такой Нейлета? Пробил я наконец-то. Еще и на таран идет, сука. Нет, это не чебуратор, слышишь? Так, ну пойдем на. Пойдем. На фиг. Так, еще работают зены, смотрим, да, на переправу. Да, справа, Синячок. Два контакта наблюдают. Высота. Там разрывы, камеры, наверное, один точно есть впереди. Вижу, это, наверное, юг. Блять. Куда пойдем? Отходим вообще. Так, танкист опять на связи. Над переправой, кто? Дымящийся, заход. Дымящийся над переправой, заход. Вижу. Да у меня уже не работает ни хрена. Блять, ну я далековато бегу. Я трес, сука, запускал, прощел. Опять мы разбрелись все. Нет, я с тобой иду. Да нет, я имею в виду истребитель. Не, почему? Меня фактически над филдом сняли. Ну я видел где-то снег. Что творят? Еще раз падает на тебя. Егорик, развернись, это, нам навстречу можешь, нет? Атака. Хожу на него. Атака, Егорик, атака, зря вверх. Кирилл, развернись, я атакую, хожу влево. Ох ты, и я влево. Так, я вправо. Короче, мне нет смысла разворачиваться. Левый руку. Блядь, звони. Пойдем, филдом. Так, нас атакуют на Красноармейском и лоб, парни. У меня стрелка убили. Юрген, отходим, блин. Отходим. Я тебя вижу, ты чисто. Что-то я управляю плохо. Так он тебе что-то оторвал. Так, дымящийся немец, что тебя бил, отходит. Я бегу к вам сейчас, на солнце пойду. Проконтролирую. Блять, далеко я опять.
дышу. Не попасть по ним. Блин, а? Вот кто Егорика бьет, еще фока на тебя Егорик падает. Не-не-не-не-не. Не, он же не кто не дымный, не кто дымный? С белым следом двойной заход. Белым следом немец, немец, ребят, это немец. Кто немца бьет, заход на тебя сейчас будет. Тебе фока пошла. Это, вижу только лавку сзади. Это лавка, лавка. Фока на вас падает, фока падает, сейчас атака. Слева заход, слева сверху на вас. Вижу, лавка 6. Лавка 6 на тебя. Бросай, лавка, бросай, блядь! Ну ладно. Тянет. Тянет дальше, доворачивай. Блять, все. Блять, я не дотяну до нее. Ухожу. Отходить надо. Так и дымный, блять, не уходит. Ока. Так, заход, Фока заходит на кого-то. Где-то на дым. Ты, сука, поджог. Молодца. Опять Икс. Молодца, слушай. Вот это стрельба. Ничего. Никакой маневр не помогает. Его фокус сделал. Блин, я вот почему-то не могу догнать Фока. Ну, Фока не догоняется в этой игре. На этом с маркером догоняем. Да, слышно. Икс без энергии не пойдет. Икс, видишь, с высоты работать. Они на высоте приходят, но на высоту выскакивают. Так, Икс с нулями идет к северу от переправы. К северу от переправы идет Икс. Кто за ним тянет? Ну, не Икс, а его Фока. Вот по ней зены работают. Так, я без пушек, я отгребаю тогда. Я че? Дайте полосу для скеля, сажусь в аварию. А вон тут уже мест подошел. Сейчас они вдвоем начнут. Так, ну чё, надо цель менять. На север надо идти, да? Ну а чё, там нужно скрывать 5 целей. Готово. Одну надо игнорировать. Молодец. Так, ну у меня только на хвосте. Фикс. Это фикс, фикс. Так, что он сделал? Что он сделал? Ну, давай. Какого хуя я сел? Ёб твою мать, уничтожил, блядь. Винты не загнул? Загнул. Ну вот, наверное, поэтому. Кто-то учил, что, говорит, двигатель выключает перед касанием, чтобы такой фигни не случилось. Блин, я его потерял. Это Роповский косяк. Отходите. Это не Роповский, это, блядь, 2.5 года уже не хотят разрабы. Да ладно, что ты, блядь, и в старичке все так же было. Причем...
будут рываться. Не, ну мы здесь записали, а там, по-моему, не должны в этой, в основной. Там будет защита на посадке. Лофт а, сказал, не что если загнут двигатель, значит это считается... Лофту писали по этому поводу. Заменили двигатель, самолет полетел. Нет, это считается. Багра. Ну, понимаешь, самолет садится на собственный фильм и считается сбитым. Ну, это хуйня, конечно. Абсурд. Да, абсолютно. Но вот в этой статистике-то в основной по... Там вот я садился даже на брюхо, не дотянул 20 метров. Засчитали посадку. Хотя здесь засчитали сбитие. А вот надо, кстати, вот то, что здесь написано, это все фигня. Посмотри, да, 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 да. После карты, Юрген, ты посмотри после карты. У тебя. Запомни, да, это время, насколько я помню, ее не считают это сбитие. Считают посадкой все-таки. Я думаю, фиг. Что сегодня у тебя не засчитают. Хоть и было, но в статус. Ты имеешь в виду в статус, что ли? Да, статус, да, да, да. Ну сейчас я гляну. Там такие вещи нет. Нет, не сейчас это не увидишь. Пока карта не закончится, никаких данных а там. А время вылета где посмотреть? Ну приблизительно сколько вот сейчас время, ну или. Да там разберешься, что ты думаешь, не запомнишь. X тебя пробил и. У тебя была аварийная посадка. Ну, в принципе, вот, да, вылеты посмотреть. Причем посадка аварийная, она не будет считаться даже. Нормальная посадка считаться. А скорее всего будет нормальная. Так, Кирилл, что, на север пойдем? На север надо идти, давайте, надо всех ждать, садитесь. Она, передо мной север, одна пешка куда, взлетела. Куда? Вторая на взлете. Я вижу три беки. На север, да на Боберскую бы надо сходить. Ну в этот, 172-й дробь 173-й квадрат. На самую северную? На Алтуху, да. На самую северную. Нет смысла, сейчас я взлетаю с Ленинска, еще две пешки идет. Туда, на север, да? Сорвался, да. Комиссар.